Вас приветствует Таганрогская телевизионная сеть. Вы смотрите информационную программу «Обозрение» на 23-м канале в студии Елена Краснова. Здравствуйте! Я расскажу вам о событиях, которые произошли в Таганроге на этой неделе. В конгресс-отеле «Таганрог» состоялось торжественное открытие всероссийских соревнований по быстрым шахматам «Мемориал Владимира Дворковича» этап «Рапид Гран-при России-2017». На церемонии открытия побывала и наш корреспондент Елена Титова. Смотрим ее материал. Мемориал Владимира Дворковича – это традиционные ежегодные состязания, которые проводятся в Таганроге с 2006 года. Они посвящены памяти знаменитого таганрожца, международного шахматного арбитра, председателя коллегии судей Российской шахматной федерации Владимира Яковлевича Дворковича. Для нас очень важно, что имя этого таганрожца вписано не только в историю российских шахмат, советских шахмат, но и в историю города Таганрога. И в течение ряда лет оно становится символом шахматной жизни в нашем городе и привлекает на шахматные турниры участников ряда регионов Российской Федерации. Очень надеемся, что Таганрог будет добрым домом, ярким событием в вашей жизни на ближайшие несколько дней. География участников обширна. Сибирь и Северный Кавказ, города-миллионники и небольшие поселки Ростовской области. Шахматы объединили людей независимо от возраста и образования. Участников, а их более 100 человек, поприветствовал региональный министр физической культуры и спорта Самвел Аракелян, который пожелал успехов всем, кто приехал на турнир. Специально на открытие прилетел из Москвы Михаил Дворкович, один из сыновей Владимира Яковлевича. Одно дело, мы создали там в Москве шахматную школу детскую, и мы таким образом пытались память нашего отца увековечить. Вы это сделали гораздо лучше, чем мы. Поэтому за это вам огромное спасибо, и спасибо всем, кто приехал на этот турнир играть. Спасибо вам огромное, спасибо за этот турнир. Я надеюсь, что он принесет вам всем радость. Неважно, выиграете вы, проиграете, не имеет значения. Игра в шахматы сама по себе уже событие, уже школа жизни. Таганрог всегда славился шахматными традициями и по количеству титулованных шахматистов обходил многие регионы. В нашем городе играть в эту интеллектуальную игру начинают рано. В школах Таганрога реализуется специальная программа обучения шахматам. Действительно, это очень важное и знаковое событие, а для системы образования это еще и очень важно потому, что с 2012 года в наших школах, донских школах, везде, во всей Ростовской области, реализуется программа, которая называется «Шахматы всеобуч». Сегодня среди участников этого мероприятия есть и школьники. Безусловно, благодаря этой программе ребятам, которые на сегодняшний день, вдумайтесь, с 2012 года уже почти 130 тысяч школьников начальной школы прошли обучение по этой важной программе. Программой чемпионата предусмотрено несколько турниров для шахматистов разного уровня подготовки и разных возрастов. Итоги этапа «Рапид Гран-при России-2017» подведут 11 января, а 13 января торжественно откроется этап Кубка России по шахматам среди мужчин. Также в рамках мемориала Владимира Дворковича будет проведен открытый городской детский турнир по быстрым шахматам, а 19 января пройдет городской ветеранский турнир. В преддверии Дня российской печати, который отмечается 13 января, работники средств массовой информации Таганрога встретились с руководством города. Работа журналиста требует широкого кругозора и глубоких знаний в самых разных областях. В нашем городе трудится немало хороших и знающих журналистов. Лучшим в профессии были вручены грамоты и благодарственные письма от администрации Таганрога. Говорят, написанное пером не вырубишь топором. К счастью, есть люди, для которых эта пословица – девиз всей их жизни. Это они прилагают все усилия, чтобы их статьи, репортажи, заметки были интересными и познавательными. Без ежедневного труда журналиста сегодня невозможно представить жизнь современного общества. Поздравляя журналистов с их профессиональным праздником, руководители города выразили особую благодарность за качественное и оперативное освещение жизни родного города.
города за самоотверженное служение Таганрогу и его людям и пожелали доброго здоровья, отличного настроения и творческой энергии на долгие годы. Я хочу сказать, что я за тот период, что уже будет год, как я нахожусь в городе, я благодарен вам, потому что, ну, во-первых, с вашей помощью достаточно быстро высвечиваются городские проблемы, которые, может быть, так наша чиновничья машина нерасторопно и не увидела. А второе, в принципе, это достаточно хороший, эффективный способ контроля. Потому что сейчас у нас движение в основном такое одностороннее. Скажем, я читаю достаточно подробно все, что пишется в блогосфере, все, что пишется в СМИ. Ну, информацию с нашей стороны, понимаю, что мы где-то даем не либо не быстро, либо не полную. Поэтому думаю, что этот формат мы будем тоже менять. Городская дума пытается сохранять свою открытость для средств массовой информации, открытость для вопросов, открытость для диалога. Ну, а потому что ваше замечание будем стараться каким-то образом выполнять и двигаться еще большей открытостью и конструктивному диалогу и взаимопониманию. Да? Поэтому огромное спасибо. Я всей души желаю вам творческих успехов, профессиональных успехов, стабильной работы вашим средством массовой информации. Хороших журналистских гонораров позволю себе пожелать, несмотря на непростое время. И в целом конструктивной работы на благо Таганрога, на благо его жителей. Состоялось торжественное награждение журналистов в честь их профессионального праздника. Руководители Таганрога вручили грамоты и благодарственные письма группе сотрудников, среди которых были и журналисты нашего телеканала. В неформальной обстановке руководители города рассказали журналистам о текущем состоянии дел в городе, о политической и социально-экономической жизни общества, ответили на вопросы. «Алиса в королевстве семи нот». Благотворительный спектакль по таким названиям прошел на сцене Дворца детского творчества в эти праздничные дни. Посмотреть постановки смогли дети из малообеспеченных семей, воспитанники интернатов и детских домов. Ребята совершили удивительное путешествие в мир волшебства и вместе победили силы зла. Сюжет праздничного спектакля, который зрители посмотрели в этом году, внешне прост, но при этом наполнен глубоким смыслом. Эта сказка выглядит особенно современной и актуальной, благодаря тому, что здесь главными врагами Нового года выступают не какие-то мифические злодеи, а всем понятные герои. Ну, это сказка о музыкальном королевстве. Знакомим детей с миром музыки в такой игровой сказочной форме. Это интересно. Задействовали здесь хорошие персонажи. Алиса в Зазеркалье, в стране чудес, Красная Королева, какофон. Все связано с гармонией, ноты, звуки, аккорды. Показалось тема интересной, детям нравится. Зрители с удовольствием смотрят, аплодируют, реагируют. Задействована у нас студия искусств «Малахитовая шкатулка», азбука театра и танцевальные коллективы «Овация» и «Арабеск». «Король скрипичный ключ», «Правлю в королевстве семи нот», «Злодей какофон поссорил меня с моим братом лордом Аккордом», и у нас не получилась новогодняя песня. Я играю Алису, это одна из главных ролей. Мне очень нравится, да, учить трудовато. Это я первый раз буду выступать. Я отрицательный персонаж. Я злая, нервная, вредная. Я лорд Аккорд. В чем твоя роль? Ну, положительный персонаж. У меня есть племянники семь нот. Я разрушил музыкальную гармонию. Ну, гармонию в музыкальном королевстве. Я поссорил короля с братом. Отрицательный персонаж. Образ такой пугающий. Детишки боятся. Но, как и должно быть, добрые сказки, дружба и волшебство побеждают серые будни. И праздник удается на славу. Дети – это не только самая требовательная, но и самая благодарная публика. И судя по улыбкам и смеху, и громким аплодисментам, им спектакль очень понравился. А значит, усилия режиссера-постановщика и юных актеров не пропали даром. Маленькие горожане получили мощный заряд позитивных эмоций и настоящего новогоднего настроения.
Для таганрогской ребятни в эти дни зимних каникул были представлены интересные спектакли на многих площадках города. Артисты клуба «Сад» подготовили 3 постановки для маленьких горожан. «Новогодняя кутерьма» – это сказка с активным участием детей, с играми и интересными соревнованиями. Все сказки разные, 3 штуки у нас было. Это «Новогоднее похождение друзей», настоящих друзей. Сегодня вот «Новогодняя кутерьма» и завтра «Веселый маскарад». Естественно, без Деда Мороза, как мы можем. Всегда у нас Дед Мороз, Снегурочка очаровательная, маленькая, хрупкая, красивая. Вот у нас, ты у нас кто, Лизонька? Попугай? Попугай. А зовут тебя как? Чуча. Новый год – это всегда борьба добрых персонажей с теми, кто не хочет прихода праздника и старается помешать этому во что бы то ни стало. Но мы это с вами знаем, что волшебство всегда помогает, и Новый год обязательно настает. Какие развлечения можно придумать, чтобы весело провести морозное зимнее утро? С артистами театра «Сад» скучно не бывает. Они не просто сказку малышам показывают, но и вовлекают зрителей в свои веселые соревнования. Сказочные новогодние истории про Деда Мороза и Снегурочку и других совсем не страшных веселых обитателей леса, забавные считалки, множество загадок, добрых стихотворений услышали малыши в этот день. Здорово было в библиотеке. И, конечно, гости праздника обязательно придут сюда как читатели. Только немного надо подрасти. Организаторы рождественской выставки пригласили горожан на вернисаж в Союз художников Таганрога. Выставка стала традиционной. Это своеобразный подарок живописцев к новогодним праздникам. Рождественская выставка представила работы многих художников. Как очень известных, маститых, так и молодых, подающих надежды. Все эти живописцы и их работы представили современный взгляд на искусство и окружающий мир. Взгляд удивительно интересный, не шаблонный, не ординарный и, самое главное, не скучный. Где-то философская, в чем-то забавная, эта выставка получилась разноплановой, как и положено правильному праздничному подарку. Зрители увидели различные виды изобразительного искусства. Графику, скульптуру, живопись, работы по металлу и дереву, вышитые картины. Искусство – это шквал эмоций и чувств, и таганрогская публика не скупилась на добрые слова. Впечатление. Я каждый раз у них бываю и новые имена открываю. И наблюдаю, как кто растет. И заметный рост у многих. Вот, честное слово, без всяких там комплиментов и прочее. Говорю то, что есть. Вот я некоторых знаю очень-очень давно. Видел, с какого уровня они начинали. И вот каким они сейчас, они уже стали такие матерые профессионалы. Так что мне здесь нравится. Я всегда прихожу, смотрю, и я здесь свой человек. Мне так кажется. У каждого человека свой особый индивидуальный вкус во всем. И это нормально. Люди встречаются на открытии выставки, обсуждают разнообразные способы самовыражения, общаются. Рождественская выставка в Таганрогском отделении художников России создала ощущение семейного тепла, радости и домашнего уюта. Выставка заслуживает того, чтобы с ней познакомиться. Это все новости на сегодня. Я прощаюсь с вами, а впереди вас еще ждет прогноз погоды на выходные дни. В выходные в Таганроге ожидается пасмурная погода, преимущественно будет без осадков. Ветер юго-восточного направления 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем в субботу около 3 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до минус 1. В воскресенье характер погоды не изменится, днем будет также плюс 2-3 градуса, ночью около минус 1. А вот уже в понедельник в Таганроге возможны осадки в виде мокрого снега с дождем.